Минувшей ночью Новосибирская область перешла в другую часовую зону, то есть стрелки в регионе перевели на час назад. Разница во времени с Москвой теперь составит 4 часа вместо 3. В связи со сменой часовой зоны изменится расписание движения воздушного и пригородного железнодорожного транспорта. Поезда дальнего следования отправляются по московскому времени. Оно указано в билетах и останется неизменным. Однако при расчете графика движения следует учитывать, что разница с московским временем выросла на час. Время отправления междугородных автобусов и водного транспорта на территорию области не изменится. 2 года назад Россия перешла на постоянное зимнее время. Отменили сезонный перевод стрелок на час назад. Число часовых поясов выросло с 9 до 11. После этого стали поступать жалобы, население было явно недовольно. И вот постепенно регионы начали смягчать часовой режим. Ранее перевели время на час вперед в республике Алтай, Алтайском и Забайкальском краях, а также Сахалинской, Астраханской, Магаданской, Томской и Ульяновской областях.